Приехали в Чубовку, тут источник, родник, очень такое приятное место, это Самарская область, село Чубовка. Набрала водички холодненькой, место восхитительное очень, ой, природа шикарная. Здесь монастырь. Женская, мужская. Такие купели находятся. И колодец. Чуть не упал здесь. Колодец настоящий. Набирала воду, но она немножечко с древесины, поэтому из другого источника брала. Все как раньше. Такой колодец, вода хорошая, холодная, очень чистенькая. Погода сегодня у нас не жаркая. Очень достойно сделано. Кузнешься, тут и упадешь. Имеет какое название? Покровский мужской монастырь села Чубовка. Как красиво, сколько цветов, розы, все розы, красота, очень ухожено все, молодцы. Так он на возвышенности села находится, этот монастырь. Здесь первые. Какие красивые розочки. Жаль, камера не передает.
интересно. Можно сидеть. Красиво тут что-то такое необычное. А, тут без... А, тут стол. Стол, стулья. А, тут просто. Просто какие-то тоже построения. Вид какой большой. На все село. Трапезничать, наверное, зовут. А здесь вон это. У них тут все. Стол какой, да? Как в сказке. Тут беседочка, тут я понимаю. Цветы какие красивые всякие. Mm-hmm. Тут цветы красивые. Mm-hmm. Этому азота не хватает. Они, видишь, как страдают. Пожелтели все. Yeah. Везде разные сорта, везде это. Сыр хороший, скинули. Все это помогали. Разные нет такого. Да. Все запущено. Да. Это типа как мы, да, выкладывали камнишком. Угу. Типа того. Только у нас сверху красиво, а здесь просто. Сделали все. Да, красиво. Угу. Тоже розочки какие. Денег. Да уж. Такие красивые цветы. Вот какой интересный стелющийся можжевельник. Можжевельник стелющийся такой. Он не кустом, а вот по земле стелится. Тоже разные есть. Другой сорт. Вот там можно зайти. Ага. А, только не видишь, как сделали, а полили просто его, а каркас металлический. Прихожане. Розы всяких, всяких различных цветов. Все, выезжаем.
никто не ловит. М? Есть, наверное. Ну, что тут все удовольствия. И водоем рядом. Здесь такой водоем. Класс. А чё, зачем ковер? Зачем ковер? А здесь чё? Сегодня экскурсия в село Чубовка. А, это Кинельский район. Село Чубовка Кинельского района. Экскурсия сегодня у нас. Дома, везде люди живут. Приехала, хотела ягоды набрать, но не знаю, получится ли. Мусорит, конечно. Бутылки, как всегда. Сегодня штормит. Большое водохранилище. Ну как его правильно называть? Пруд или что это? Не пруд, наверное. Пруд. Пруд. Большое. Оно, наверное, вообще тянется далеко-далеко. Да. Да, пап. Давай посмотрю, здесь ягоды, может быть, что-то. Пшеница. Ну, сколько хлеба растет. Без хлеба не останемся. Пшеница. Аля пшеница. Я думаю, поле кончится, он туда, но так должны быть ягоды. Поле пшеничные колоски. Как красиво шумит. Поле с пшеницей. Как красиво шумит поле с пшеницей. Такое легкое поколачивание колосков. Бескрайнее поле. Сухо, осторожно, не обрежешь. Бескрайнее поле. Очень острое. Бескрайнее поле. О, ты что, ее не ешь?
Острая. А ты это, чищи. И убирай с парамой. Попила. Значит, скоро уборочная начнется. Поспела пшеница, папа сказал. Красота, благодать. Отсюда приехали, папа? Нет. А зачем сюда идти? Ну, посмотрите, рыбные места. Угу. Туда ты не ездишь. А, ты хочешь вдоль проехать, что ли? Да. Да там плохая дорога-то, папа. Смотри. О, как хорошо, тут полянка целая. Ну, давай посмотрим, Руст. Здесь кто-то прямо капитально рыбачит. Носки. Это уже чье-то место. Тут не пустят. А, аист, аист. Гляди. Аист, он летит. Блин. Сидел он тут на берегу. Он летит, летит. Аист. Или царапали, или кто это? Вон, вон на той стороне машин, видел? Вон. Может, просто отдыхать приехали. Чем-то сеткой ловили на выкидывать. Ну, раз такое место, то тоже. Ну, ну, дальше он есть. И на той стороне. Вокруг. Пшеницы много. Хороший водоемчик. Хорошенькое местечко. Да, строится много здесь домов-то. Ой-ой-ой. Расширяется село наоборот. Где речка, всегда более место такое. Да.
ценится. Места ценятся. Тихо, хорошо здесь. Трасса далеко. Машин не слышно. Ну как, красота жить здесь, да? Да, как в лесу живут. Современный, да? Продукт, пожалуйста. Пойдешь? Да нет, это не такой магазин. Не какой? Такой. Ведутся ремонтные работы дорог. Уже конец села. Козы у многих пасутся около дома. Давай налево съездим. Ну, сколько картошки у них тут растет. Ничего себе, целые поля. Вот это дома двухэтажные. Козочки. Да. Какая коза. О, блин, какой. Угу. Литр на три. Он женщину спросить. Женщина, а где магазин здесь? Чтобы хлеба купить. Это вот здесь поворот, да? Спасибо, спасибо. Ого, спасибо. Вот так не найдет ни за что. Где ты сказала? Поворот. Вот, наверное, вот дальше, наверное, не здесь же. Здесь. Нет, уже. Здесь вы говорили. Да. Тут улицы какие-то. Не маленькое село-то, разбросано. Вот, наверное, поворот. Первый поворот, он сказал. Улица какая, юбилейная. Ну, раньше что-то было, вон, наверное, видишь, вертушки что-то там занимались. Где магазин? Вот это, наверное. Ну, ступай, смотри. Да. Все. В калошах такая. Что, пойти с тобой, что ли? Да нет, зачем? Вот смотри, какая машина-то ей. Ой. Какой мы центр. Магазин. Козочки.
Нет, ягодов нету. Вчера покупала ягода дорогая, 500 рублей килограмм земляники. Посоветовали мне это. Но здесь всех нет. Посоветовали мне близ села Чуповка, в Чубовке, земляничку. Продавец сказал, что собирала около Чубовки, но нет. Здесь нет. Кустики есть, а ягод нет. В этом году мы без ягоды. Тут нет никаких ягод. Ягод нет. Все засохло. Открытыми нужно знать места. В открытых местах нет. Все засохли уже давно и высохли. Поэтому нужно знать места, чтобы для собирать, а опытные они никогда не скажут своих местечек, где кто собирает. Все, поехали дальше. Продают стручки, никто не купит.